В городском округе проходит капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году в программу вошло 135 МКД. В перечне работ замена кровель, фасадов, балконов и инженерных систем. На одном из объектов, где капремонт уже близится к завершению, побывала наша съемочная группа. В 2015 году заменили систему трубопроводов и деревянные оконные блоки. В 2018 установили два новых лифта. В прошлом, 21-м, отремонтировали подъезд. Дому на Колхозной 5 уже более 30 лет. 16-этажную высотку постепенно реставрируют. Сейчас пришла пора утеплять фасад. Жители жалуются на холод в зимнее время. Износ идет, и видно плиты, они же присаживаются, прессуются. И у людей начала появляться плесень квартиры. Там и ветер продувать начал. Жители обратились в управляющую компанию ЛГЖТ. Дом включили в план капитального ремонта. Кроме установки навесного вентилируемого фасада, здесь производят окрасочные работы. В результате жилое здание получит новый облик. И что самое главное, зимой в нем будет тепло, а летом не жарко. Даже несмотря на то, что мы дом утепляем, в летний период времени, наоборот, дом будет не охлаждаться, не остывать. И самое главное, что вентилируемый фасад подразумевает собой, скажем так, вентиляция. Здесь исключительно за счет одного, скажем так, названия в летний период времени будет довольно-таки очень прохладно в квартирах. То есть не нужно даже на самом деле и использовать кондиционер. На данный момент работа выполнена на 70%. На двух сторонах здания уже укладывают фасадную плитку. Завершить капремонт планируют к 25 мая. Там, где идут ремонты, жители, если видят, проходят и видят, что что-то делать не так, некачественно, или на их усмотрение что-то делается совсем не так, то не надо ждать. Прямо там я присутствую в социальных сетях, у нас есть почта, есть управляющая компания, надо звонить. Надо жаловаться, естественно, что мы приняли своевременное решение, поправили подрядчика. Капитальный ремонт пройдет в этом году в 135 домах. В 6 МКД уже отремонтировали фасады, в 9 заменили кровли, а в 2 жилых многоэтажках обновили внутренний фасадный газопровод. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.